сколько у нас? Мирка, Марсик он фыркнул, Марсик, Серега и я. Сереж, а ты пока не помашешь человечеством. Я тебе не сосчитаю, да? Помнишь, как в мультике? Он нас сосчитал. Вот. Итого нас четверо. Алерочек. А, о. Жень, и ты, Жень, пятый. Помаши человечеством. Помаши рукой, да. Жень. Это ты за место лирика, получается. Обычно лирик. Сзади всегда. Он всегда сзади идет. Мы идем, знаете, куда? Мы идем сюда, чтобы выбрать первое дерево, которое посадим во дворе. Сейчас пройдем, определимся, какое из них. У нас, конечно, помощники. Без них никуда. Вот он, главный бухгалтер. Это у нас счетовод. Или бухгалтер. Нет, Марсик завхоз. Я все путаюсь. Марсик, ты цепь не поливай. Вообще-то поливай. Может быть, металл нарастет. Я же рассказывал, что у нас... Марсик обладает такими удивительными свойствами. Куда ни пописает, все растет. Вот сейчас на цепь пописал. Приду завтра, она будет вот такая толстючая. Тогда можно будет и металл делать. Болванки раскидать во дворе. Он их окропит, и будет у нас сбор металлолома. Так, ну что, Сереж, сейчас. Я посмотрю, какие... Сделай стоп-кадр. Ну все, вот и на лирик пришел. Все, мы выбрали. Ну все, Сереж, определились, значит, да? Вот это вот. Пересаживаем. Все, идите тогда. Готовьте. А я раз уже пришел с ними, ну что, пойду традицию соблюдать. Ты там подсыпал корма, Сереж? Да нет. Ну есть там пока, да? Ну, а лирик аж землю ребет. Слушай, Сереж. Там пломба очень тяжелая, может быть, что-нибудь полегче, а? Я все боюсь, знаешь, когда я снимаю пломбу, ну, кирпич, понял? Боюсь, что это соскочит и кому-нибудь по башке. Что-нибудь, плиточку какую-нибудь там, если найдешь, полегче, а? Сейчас вот опять буду мучиться. Пошли, Лирик. Раз ты пришел, молодец, умничка. Я думал, ты вообще уже отбился от коллектива. Пойдем, сейчас я им дам. В общем, мы выбрали сосенку. Ну вот я этому и посвятил ролик. Чему? Что выбрали сосенку, будем пересаживать возле дома. Ну а поскольку мы здесь, а сегодня вот получилось так, что Лерочек у нас первый. Вот за эту пломбу говорю, видите? Тяжелая снимать. Я боюсь, что она когда-нибудь сорвется, соскочит палец. И Мирке по лапке или по хвостику. Лерочек, ну ты пришел-то первый, а вот кушать, наверное, будешь вторым, потому что тут видишь, какие у нас лихие парни и девчата. Каким они прям энтузиазмом едят этот корм. Так, а это вам не надо. Это корме было. Саморез, ну, ремонт делают. Ну что там есть? Немножко есть. Нате, мотончик. Вот так, ешьте, ешьте, ешьте. А мне нравится смотреть, как они поедают. Ну, я понемножку даю, что там, вот так, жменечку. Сейчас еще дам чуть-чуть. Ну вот, ну что тут, на один зубок. Просто, может быть, не знаю, как. Ну, однако растут, аллергии нету, шерсть не выпадает. Уши, правда, дырявые у Марсика, но это ж не от корма рыбьего, а совсем от другого. Марсенчик, ну все, я ставлю пломбы. Нет, Марсенчик, хватит. Мирочка, все. С хорошего помаленечку. Давайте. Конечно, тяжеловато такая пломба. Все, Мирка. А вон там собачки. Галка, это им не досталось рыбы корма. А пойдем глянем, может быть, Кузя там вылез. Что-то мне сегодня ночью приснился, что он плавает. Не знаю, или... Не, не ночью, это я видео смотрел.
прошлогодняя. И там Кузька здесь вот был. А сейчас на дне. О, собачка гавкает, и эти туда побежали. Пошли, все, там другая жизнь, там другой мир. Пойдем со мной, все. Сосенку выбрали, надо возвращаться. Идем назад. Просто у нас идет сейчас... А что идет у нас? О, как это сказать? Сейчас скажу. Мероприятие. Вот. О, помчался, гляньте. Ну что там может быть? Что, куда вот он может? А, собачка ж туда побежала. Надо же ее пойти выследить, облаять. Так, пойдемте со мной. Бегом. Там бездомные собачки бывает на пустырь приходят. Ну и делают там свои свадьбы собачьи. И вот. А эти же завидуют. Ниже. Видите, тут все ограничено. А там свобода. Вот, видите, сколько нам еще пересаживают сосенок. Много очень. Конечно, такие вот, ну, гляньте, как говорят, как бог черепаху ее извел. Куда-то, у нее верхушка куда-то в сторону ушла. Будем ремонтировать, будем выравнивать, вот так вот, подвязывать. Все это делается. Ну что, пойдем со мной? Пойдем. Я без них никуда, они без меня никуда. Вот эту мы березку будем выравнивать. Дубочек вот. Все это потом будем подвязывать к забору. Ну все, облаяли соседских собак. Так им и надо. Нечего там под забором бегать. Все, определились, какую будем сосенку выкапывать. Вон я показал Сереге. Все, а я возвращаюсь. Интересно, смотрите. Вот, видите, какая она ярко-зелененькая, видите? А это у меня другой цвет. А у этой какой-то вот с рыжевастенькой. Вот, почему-то вот. Ну, есть же, да, разница? Я не знаю, почему. А это прям такая зеленая-зеленая. Я, конечно, не специалист по соснам. Пойдем, Мирка. Все. Марсик, Лирик, уходим. Уходим, все, мы сделали. Вот откуда, знаете, вот кукуруза, скажите, земляне, откуда кукуруза? Неужели сосед кидает нам в огород? Закидывает свою кукурузу, назад ему отдам. На, не нужна нам твоя кукуруза, а то скажет, претензии какие-нибудь предъявит ко мне, что я у него урожай украл. Все, пошли, Марсюнчик. Пойдем, все, бегом. Уходим. Какой-то пакет ношу. Зачем он? Валяется. Заберем. Все. А Лирик, он никогда не идет с нами. Он свои... своими дорогами, своими стежками, дорожками. Вот такой он. Да, он может прийти, знаете, туда именно. Где корм? Собачий. Туда он будет собачий. Рыбий корм. Вот туда он придет. Он знает, что мы туда пошли. Все, вот у нас мусорочка. Порядочек должен быть. Все, пошли. Остался там собак соседских облаивать. Ну, пустырских, которые на пустыре. Все, идем. Так, Мира, ты напрямую? Был у нас такой случай, помните? Как она маленькая приганула и в воду. Примерно в эту пору. И мне пришлось замочиться. А теперь она уже мудренькая. Да вообще-то я смотрю, Мирка, она помудрее всех. Вот. У нее как-то мозги сложены не такие, как у Жорика, не такие, как у Марсика. Абсолютно другие. Она все чувствует. Она... это прошаренная девчаха. Девчаха. Девчонка. Очень прошаренная. Я с каждым разом наблюдаю за ней вот такие вот проявления какой-то вот такой собачьей мудрости. И у меня к ней уважение проявляется. У нас, видите, у нас же
гляньте. Смотрите, вербочка, вон она, зацветает. А на улице, потому что днем плюс 2, ночью минус 2. И вот такой. Ну что, пойдем, пирокан-то нас ждет. Традиция у нас вторая. Там у нас традиция корм. Здесь у нас традиция пироканта. У нас одни традиции. Мируська, Мируська, бегом. Так, ну что тут. Вот этот кустик еще мешает мне подходить. Надо его убрать. Ну что, они любят. Им нравится. А Лирик останется. А, Лирик. Лирик останется. А Лирик уже здесь. Он чувствует, как только идет раздача, он тут как тут. На. И тебе тоже. А, Васенчик. Лирочек забрал твою порцию. Все, идем. На, Марсюха. Ну как же. Ты что, я про тебя никогда не забуду. Да ни про кого. Ну что, все? Еще одна традиция у нас. А потом еще этот дуб, когда начнет плодоносить, желуди. Желуди будут. О, вообще будет красота. Желуди вообще круглый год будут. Они долго висят на дубу. Так-то у нас у Наби выручало летом, а зимой будут дубы еще. У нас там 9 дубов посажено. Ну все, возвращаемся домой. И возвращаемся опять же в такой последовательности. Смотрите, Лирик сзади всегда. Первая Мирка. Потом идет Марсик. Ну, а Жорик. Ой, а Жорик в Краснодаре. Жорик. Мажорик. Ему там лучше на розовых подушках. А мы здесь. Лирочек, ну что? Все, прибыл. Давай. А то мы тебя, помнишь, что-то забыли в прошлый раз. А ты потом 2 часа ночи кряхтел там. Заберите меня, заберите оттуда. Все, погладил. Марсик, стоп. Мирочка, отбивай его. Мира, смотри, я погладил Лирика. Мира. Давай. Нельзя же этого делать. Ну, а как не погладить? А все, он уже, видите, он. А Мирка начинает вон. Тут наблюдайте. Она уже стоит на защите. Я же говорю, что умная деваха. Молодечка. Мамочка хорошая. Хорошенькая ты девочка. Все, ты у нас защитница. Ты у нас все. Ты ранку залижешь. Ты нас развеселишь. И отобьешь ретивых таких вот, как Марсик. И мне на голову залезешь. Только вот лесенка была бы, неудобно залазить на голову через коленки. Надо такую, знаете, веревочную лестницу. Она бы уже на голове у меня сидела. Да, Мирочка? Все. Ну, Мирочек, давай, пока убежали, я тебе еще поглажу. Ну что, все, нагулялся. Всегда с нами ходи. Не отбивайся от коллектива. Ну, как там стал сейчас. С бульдожками Жорик уехал. И он стал, ну, поближе. Не знаю почему, но, видимо, они же вместе-то росли. Видите, уже к ним. А Жорик, он как-то появился. Он, ну, сначала же Лирик появился, потом Марсик. А Жорик, он средненький. А Мирка, она не кончился. На этой тачке я всех катал. И Мирку, и Марсика. Такая универсальная тачка. Ну что, ладно, я заговорился. Рассказывай, интересно с ними. Ну, надо идти на работу. Все, кто меня будет провожать? Мирка. Обычно Мирка меня всегда провожает. Эти сидят. Ну, Лирик свою будку охраняет, Марсик дом охраняет. А Мирочка, она меня провожает. Земляне, всем привет. Я Александр Док. Так, Мира, отходи. Все. Техника безопасности. Видите, как я выхожу? Раз. Оставляю узкий проем. На всякий случай ногу. И все. И вышел.